Около 600 кандидатов выдвинуты на сентябрьские выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов. Такие данные приводит «Интерфакс». Предыдущий созыв Чебоксарского городского собрания депутатов жители столицы Чувашии выбирали в 2010 году. С тех пор система несколько изменилась. 13 сентября шестой созыв будет избираться по смешанной системе. По мажоритарной выберут 21 депутата, одномандатника. Еще 22 депутата выберут по партийным спискам. Соответственно, на выборах горожане получат 3 бюллетеня. Один по выборам главы Чувашии и 2 по выборам депутатов горсобрания. На данный момент по 21 одномандатному избирательному округу выдвинуто 184 кандидата, а среди них 59 самовыдвиженцев. В каждом округе на депутатское кресло претендуют от 6 до 14 человек. Кроме того, 406 кандидатов значатся в списках, представленных в избирком политическими партиями. Всего в выборах планируют принять участие представители 9 партий: «Единой России», «Справедливой России», «ЛДПР», «КПРФ», «Родины», «Российской партии пенсионеров за справедливость», «Патриотов России», «Яблоко» и «Коммунистов России». Решение о регистрации кандидатов или отказе в ней будет принято в течение 10 дней.